А в Университете экономики и управления вручили сегодня выпускникам дипломы о высшем образовании. В большом актовом зале царила праздничная атмосфера. В этот день стены учебного заведения официально покидали более 250 выпускников. Теперь молодые специалисты будут работать в разных сферах экономики. Выпускников поздравил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. Сергей Валерьевич Аксенов всегда говорит, что нам нужны новые хорошие профессиональные кадры, которые являются этой кузницей кадров еще с далекого 1994 года, и этот университет экономики и управления. Республика Крым динамично развивается и всегда готовы и рады принять в свои ряды молодых, хороших, профессиональных специалистов. В том числе любые министерства и ведомства всегда все двери открыты.